Около сотни незаконных мигрантов попытались во вторник пробраться с территории Марокко в испанский анклав Мелилья в Северной Африке. Люди намеревались преодолеть многометровый забор, разделяющий два государства. Большинство нарушителей являются гражданами государств субсахарской Африки. Сумев забраться на ограду с марокканской стороны, большинство беженцев не смогли спуститься по ней с испанской. Власти в Мелилье были предупреждены о попытке прорыва со стороны стражей порядка Марокко и окружили это место на границе кордонами полицейских машин. Впрочем, несколько человек, как минимум пять, все-таки смогли воспользоваться темнотой и скрыться от испанских властей. За последние месяцы число незаконных мигрантов, пытающихся попасть в Европу через испанские анклавы в Африке и итальянские острова в Средиземном море, выросло в разы. Власти двух стран неоднократно обращались в европейские структуры с просьбой помочь контролю на границе.